Начнем выпуск. Рабочая группа администрации во главе с Юлией Купецкой провела выездную встречу в микрорайоне Георгия Шитикова, где в скором времени приступит к благоустройству сквера площадью 1,6 гектар. Здесь планируют сделать зону отдыха с Wi-Fi, установить камеры видеонаблюдения и обустроить пешеходные дорожки. Здесь как раз в России обратили внимание на озеленение, соответственно, убрать сухостой, да, старые деревья и газон побольше сделать, потому что под деревьями здесь газона практически не было. Комиссия пообщалась и с местными жителями, которые собственными силами облагораживают территорию, убираются и высаживают цветы. Мытищинцы попросили администрацию помочь землей для обустройства дополнительных клумб. Почему сюда приехала сегодня? Для того, чтобы привести лично Николая Михайловича и рассказать, какие здесь прекрасные жители. И вас познакомить, договориться о том, что вам привезут и земли, и воды, и вместе с вами вместе обустроят дальнейший клумб. Также жители попросили установить дополнительные урны и усилить работу по уборке территории в микрорайоне. Эти вопросы были взяты на контроль.